В горках знал его любой. Мужики на сходку звали, дети попросту гурьбой чуть увидят, обступали. Целиком и полностью поддерживаю инициативу комрадов из компартии к юбилею Октябрьской революции поставить в Большом балет про товарища Ленина. Вижу так. Декорации суровые, аскетичные, постмодернистские. На сцене стол, на столе черный телефон. Ленин в трико выделывает всякие балетные штуки, па, пируэты, реверансы, тан-леве, в порядке разнообразия пломба, фуэте на голове, в левостороннем направлении. На заднике виды Череповецкого металлургического завода в аллеющем закате трудового дня. Врываются злобные жандармы, тоже в трико, и пеленают Ильича. Мать-старушка провожает сына на каторгу, обмахивая платком вишневый сад. Кардебалет пляшет, как заведенный. На заднике бородатые крестьяне села Шушенское сыплют снег куда ни попадя. Надюша Крупская вся в белом тащит на себе пол барана. Ленин, невзначай исполняя арабеск, сочиняет третий том собрания сочинений. Из-за кулис хищно выглядывают Арманд и Сталин, и, взявшись за руки, удаляются в Женеву. Кардебалет бешено бьет чечетку. На сцену выкатывается пломбированный вагон. Из вагона броневик. На броневике Ленин в фиолетовом трико и малиновой кепке. На широкоформатном экране апрельские тезисы в удобном для зрителя виде. Бабский батальон в пачках весело заигрывает штыками с революционными матросами. Матросы бдят и вовсю палят из «Авроры». Кардебалет в замедленном шпунтовом движении тащит кумачевый стяг «Вся власть советом». Ленин и Троцкий кружатся в ПДД вокруг мешка с овсом. Усатый Пешков парит в широчайшем антраша, изображая матушку Русь. Подлый Сталин, затянутый в черное, варит на примусе колдовскую похлебку. На заднике первая конная атакует буржуазную Варшаву. Кардебалет стоит на месте и ждет дальнейших указаний. Кардебалет ушел на обед. В горках Бонч-Бруевич устанавливает электрический столб. Беспризорники, увлеченные дивертисментом, шныряют повсюду и просят в ЧК жевательную резинку. Ленин сидит на лавочке, показывает им кукиш и отправляет к товарищу Макаренко. Кардебалет возвращается с обеда и мастерски исполняет кода.